Всем привет, ребят, с вами Алексей, и мы продолжаем проходить Принца Персии. Опа. Ты в порядке? Он сбежал. А ты как? Что с солдатами? Мертвы. Все мертвы. Сходила на разведку. Или то, чем он стал. Он бежал ко дворцу. Тогда мы знаем, куда идти. Ну, хорошо. Но, похоже, я, как бы это сказать, застряла. Как в старые добрые времена. Я, конечно, знаю, что такое вежливость, но, по-моему, это зашло слишком далеко. Ну почему? Помощь, как бы. Самая обычная помощь. Не могу же я просто так уйти. Как спуститься-то? Я что-то не понимаю. Мне куды? Где рычаги? Где чё вообще? Чем тебе помочь? Не подняться, не спуститься. Вон там ящик есть, по идее, но это бы надо ей сбить, а не мне. Честно говоря, я что-то не... Все ясно. Что-то я этого не заметил совсем. Сейчас мы потихонечку спускаемся, насколько это возможно. Опа, повернись. А это уже какие-то другие. У них не бычьи головы, а другое что-то. Жалко, я тебе без палева не завалил. Ты сдохнешь или нет? Ну все. Так, дверька у нас есть. Кнопка, сами понимаете, придется мне ящик тащить. Ящик здесь неспроста. Фару нужно спасать. Возможно, нажимая на эту кнопку, когда я открываю дверь, я нахожу в том месте другую кнопку, которая откроет другую дверь, чтобы я смог спасти фару. Как еще иначе? Так, здесь, ребят, нужно завалить без палева. Желательно. Как обычно. Так, ну для этого мне придется подождать, пока кто-нибудь из них ко мне подойдет, а остальные отвернутся. Хотя... Так близко они, по идее, не подходят. Я, конечно, все понимаю, они меня спалят, если я прыгну на него. Ребята, отворачивайтесь. Не, это не серьезно. Я его завалю и спалюсь. Так, ну вон там прицепиться можно, и вон там. Ну а смысл? Короче, придется палиться, я уже заколебался ждать. Так, испробуем кое-что, у нас есть пески. Прыгай вот сюда. Так это столбы, оказывается. Я-то думаю. Так. Вот сейчас это палево. Вернись. Так, это я поторопился. И причем это неправильная комбо. Потому что я должен завалить обоих. Не, я так не хочу. Мне придется его подождать. Вот он к нему подойдет. Я сделаю прыжок на него. А потом сразу знаю этого. Ну, вы понимаете. Двойное убийство. А поодиночке их убивать, ну, это... Не очень прикольно. Все-таки я его подожду. Отвернись. О, новое убийство. Долгое, правда? Капец, какое долгое. Хоть еще одного завалю. Успею. Что-то капец он его изнасиловал. Чересчур. Ну, в общем, все. Всех троих без палева. Жалко поодиночке.
комбо не получилось. Я так понимаю, мне вот сюда? Хотя... Ну да, наверное, больше некуда. Фар там все еще, видимо, стоит, ждет. А меня все еще нету. Опа. Вновь опа. Как бы мне на них напасть без палева? Ой. Я на Е нажал. Нет, неправильно. Я потом вверх не заберусь. А, ну смогу, в общем. Маленько по-другому. Ой. Вот совсем чуть-чуть. Чуть-чуть опоздал. Как-то так. Стоп, у нас есть кнопка, есть рычаг. Ну, а там, возможно, будет ящик. Или что? А, нет, это фару освобождаем. А, ты мне ящик скинешь. Привет. Спасибо, принц. Пожалуйста. Но дело в том, что теперь я в ловушке. Ты как женщина. Решаешь проблемы, создавая новые. Что ж, услуга за услугу. Ящик скинь, да-да-да. Я о нем сразу подумал. А, правда... Ты что-то говорил? Продолжай. Ага. Правда, ящик один, а кнопки две. И, разумеется, я продолжаю. Я думаю, это будет временно, поэтому я... Да нет, ай. Хотел замедление сделать. Не, не требуется. А там что такое? Ну, скорее всего, это нельзя разбить. Вновь... Фу ты. Вновь мы поодиночке. Тишина, как обычно, как всегда. Без боя в этих местах полнейшая тишина. Надеюсь, с Фарой все в порядке. Ты слишком много времени проводишь в заботах об этой девчонке. Это необходимо. У тебя расстроенный голос. Ревнуешь? Сконцентрируйся на том, чтобы попасть во дворец. А почему бы и нет? Почему бы не ревновать? Мы больше общаемся с ней, чем с ним. Поэтому все логично. У нас снова прыжки. Тихо-тихо, не перелети. Приехали. Давненько, я опять же говорил уже, не видел я источников жизни. А как это давненько? Я не помню. Я перерывы делаю в сериях. Бывает, не записываю. Выходит все поздно. И после этого я забываю, в каких сериях были эти источники жизни, были ли вообще. Так. Кто-то, видимо, упал с лестницы. Еще и пару стрел получил. Не очень-то хорошо получилось. Чё я за это получу? Наверное, то же самое, что я получал раньше. Из способностей. Вот ты где. Тише! Внизу враги! Хорошо. Послушай, ты можешь что-нибудь сделать с этими ящиками? Мне через них не пробраться. Теперь понимаешь, это то, что нас задерживает. Ну, все взаимно, поэтому я думаю, что не только от нее проблемы. А, ну хотя, как бы, как он уже говорил, когда помогаем ей, мы создаем проблемы еще и себе. Сейчас чувак придет к этому мудаку, я убью двоих, возможно.
Подождем. Минус 2 сделать. Нет. Это не то, чего я ожидал. Я думаю, я их двоих убью. Я так понимаю, их двоих убить не получится. Только поодиночке. Теперь хотя бы без палева. Вот эти так долго убиваются, что капец. Круто, конечно, но, блин, реально долго. Как ты меня спалил, а? Вот как ты меня спалил? Объясни мне. Спасибо, не было приемов никаких. Не, меня оба спалили. Замечательно вообще. Допустим. Вот с этой стороны должен был убить их обоих. Без палева. Да заколебал. Тихо. Моментально вообще. Внезапно. Ты вообще не говори. Интереснее быть не может. Таким приемом отвлечь. Внезапно. Замедление. 100%. Без него не обойтись. Все. Тихо, тихо. Вот то самое место. Так, на тебя я не налечу. Налет будет с другой стороны. Вот с этой. Не иначе. Нет? Я как бы ждал налета. А на кого мне налетать? Вот его бы я завалил. Вот надо завалить его. Срочно. Я даже не знаю, с кого мне начать, чтобы всех без палева завалить. Что-то не получается. Вот его можно, допустим, да? Спалился. Слишком рано. Еще не загорелось. Хрен тебе, не успеешь ты ничего сделать. Он не успел никого вызвать, поэтому все хорошо. Но, честно говоря, я ожидал худшего. Не получилось у меня их без палева завалить. Я даже не знаю, как нужно было их завалить. 150 песчаных кредитов. Замечательно. Где тратить ваши кредиты? Я в меню не смотрел, на самом деле. Я сразу в игру захожу. Как-то нет до этого дела. Ничего себе, ты подтягиваешься. Отсюда я вижу дворец. Иди ко мне. Ребят, знаете, в чем прикол сейчас? А что я не заметил? Совершенно. Я записываю бандикама. Как так? Я постоянно записываю рапсом, в это время она работала нормально, теперь работает ненормально при бандикаме. Небольшие подергивания, поэтому... Ребята, мы возвращаемся к фрапсу. У меня вообще из головы вылетело, что я записываю не тем, что нужно. Только сейчас догадался. Внезапно, когда подключивание и фары начались. Так, ну чё, она попала наверх. А мы как дальше? Мешает тут всякое.
Так, ящик нужен. А, ну в принципе ящик, вот же он. Его-то мы и используем. Замедления нет? Стоит того. Где оно вообще? Где дверь-то? Здесь? Бррр. Еще бы чуть-чуть. Я могу без замедления успеть, просто я растерялся немножко, не понял, где находится. Ладно, чтобы уж наверняка успеть, я использую таки замедление. Уже больше не нужно. Что-то подозрительно как-то. Потемнело. Гамма маленько изменилась. Ну или контраст, как там говорится. Нет, куда ты полетел-то? Я прыжок сделал уже. Окей. Возвращаемся в начало. Наконец-то. Наконец-то мы вернулись. Да. Ты слышал? Если ты себе не враг, солги, скажи нет. Фара, мы должны идти дальше. Уверен, с ней все будет хорошо. Ты сошел с ума? Она умолила сохранить ей жизнь. Она сказала, что там есть и другие. Нет, нам нельзя больше мешкать. Отлично, поставь ее на место. Это твои подданные. Ты их принц, и ты обрекаешь их на муки? Этот человек забрал у меня все. И теперь, когда у меня есть возможность покарать его, ты хочешь меня задержать? Ты забыла, что он сделал с тобой? Но я... Но ты терзаешься чувством вины, Фара. Ты смотрела, как страдают твои люди, и не могла помочь им. Тебя нельзя винить, но не позволяй этому стать пеленой на твоих глазах. Нет, это не у меня на глазах пелена. Ты можешь бросить их, но меня ты не остановишь. Я убью визиря, чтобы положить всему этому конец, а ты можешь бегать и перевязывать их раны. Ну и прекрасно. От нее были одни неприятности. Вечно она во что-то ввязывалась и задерживала нас, а теперь мы можем... Тут я... Что? 50 на 50. Может что-нибудь случиться? Ну давай, конечно. Не хочу снова потерять ее. Нет, нет, мы так близко. Ты уже вниз спустился, мы больше не поднимемся. Фара? Он решил пойти за ней. Фаре удалось. А? Продолжать отсюда. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Удалось растопить сердце принца. Он боялся за ее безопасность. И пусть даже она была единственной, по крайней мере пока, о ком он думал, кроме себя. Угу. Даже не знаю, с кем соглашаться. То ли от нее проблемы, то ли на самом деле. Ну, в общем, сторона зла и сторона добра. И что выбирать, не знаю. В принципе, у меня выбора нету, но... О! Как вовремя. Главное, не при ней. У меня выбора нету, но я так просто рассуждаю. Нельзя, чтобы Фара видела меня таким. Боишься, что новые облики ей больше по душе? Обугленная кожа, расплавленное лицо. Уверен, это будет любовь с первого взгляда. Да блин. А вы легкие. Так вас легко убить. Так, ну сходили. Зря я упал, походу. Что это было? А, вы не последний. Окей. Ай-яй-яй. Да вы заколебали. Где мои офигенные умения? Почему их не дали мне, а? Ваши кредиты и резервуар мне особо как-то не нужны. А, кредиты вон еще.
чтобы были. Десяточка песчаных кредитов. Надеюсь, на этот раз повезет больше? Угу. Надейся. Это необходимо? Да. Ты уже спрашивал. Да. Замечательно. Мы тратим время на спасение принцессы. Могу только догадываться, чем занят сейчас визирь. Возможно, он увеличивает армию, пытает невинных горожан, решает, какое королевство захватить следующим, а он должен бы умирать в мучениях. Я не забыл о своем долге. Так я и поверил. Мы просто отложили. Неизбежно. Кого-то они мне напоминают. Причем одну, походу, заглючила только что. А, ты танцуешь так, понятно. Так и должно быть. Ясно. Но они легкие. А вот вы меня бесите. Скопировали их со второй части и теперь досаждают мне здесь. Да зачем ты на стол полез? Не сейчас. Погоди. Готово. Где-то мои пески. Вообще, мне куда? Мне вот сюда. Других вариантов не вижу. Потом чуть выше. А потом убийство без палева. Разжигая все, что от них осталось. Один, два, два. Это ведь? Для чего это было только что? Не знаю, правильно я сделал или нет, но... Я их убил. И так и сяк. Я ждал от тебя большего. На острове времени ты был таким сосредоточенным. Таким целеустремленным. Таким эгоистичным. Чепуха. Ты просто сражался за то, что было твоим. Что в этом плохого? Посмотри вокруг. Все эти разрушения моя вина. Неправда. Выдумываешь. Так, тихо. Ну, блин, надо его, сначала его убить, так, а потом уже делать все остальное, да? А, нет, он промажет. Я же в движении. И мне не к нему. А так бы я его завалил. А, вот в чем опасность, ясно. Давай, стреляй. Да почему ты бежишь-то не туда, куда нужно? Все ж нормально было. Ну и отлично. Так, дальше кнопка нужна. Даже знаю, где это. Момент вообще. Нет! Блять, нет! Дай мне знать, когда у тебя будет... Как вы думаете, а зачем была та дверь? Больше всего мне кажется, что она была для того, чтобы я... Хотя... Не. В этом облике быть такого не может, так что я... Нет, все. Я передумал. Я думал, там источник жизни. Но, ребята, нет. Все-таки нет. В таком виде источника жизни там я бы не смог испить. Ну, такое просто невозможно. Решил наверняка убедиться. Не могу ли я вернуться? Шатаешься по борделям, пока твой город превращают в развалины? Не очень достойный героя. Я пришел за Фарой. Ты здесь не ради нее, ты здесь ради себя. Она нет. Она заставила тебя почувствовать вину, и ты хочешь доказать ей, что она не права. Нет, самоотверженным тебя не назвать. Ты не знаешь, что мною движет. Ты не знаешь меня. Я и есть ты. Блин. Подожди. Говори дальше. Чё ты говорил? К сожалению, я не расслышал. Разумеется, если бы не перемотка, но... Если бы не перемотка, я бы не убил их в тихую. А убить в тихую — это святое. А вот и Фара. Что тебе? Я подумал над твоими словами. Ты права.
Я... Ты что, не видишь, что мы разговариваем? Если тебе так не терпится умереть, подожди своей очереди. Кажется, я увидел ее раньше. Страшников. Там должно быть безопасно. Найди женщин, освободи их. А с ней я разберусь. Кажется, я видел ее с визирем. Великолепно. Было дело. Ты возвращаешься, чтобы спасти Фару, а потом бросаешь ее в самое пекло и убегаешь за другой. Мой герой! Заткнись. В следующий раз я продолжу. Же не хуже меня, зная, что в борделе. Кто на мной стебется? А если я не убью эту песчаную тварь, она может напасть на Фару. Босс. Давненько не было боссов. Не так я хотел сделать. У нее хп вообще отнимаются, нет? Я лично не особо это замечаю. Капелюшку вообще, капелюсечку, в самую наималейшую. Вот этого я со второй части не делал. Да это невозможно. Она гонит. Полетели. Да успокойся. Она меня просто уделала вообще. Она дерется как императрица из второй части. Почти что. Ничего особо в этой части не придумали. Боевку там заменили немного. Чуть-чуть совсем. То этих самых мутантов, ну как там, призраки эти. Из второй части. С другими модельками. Я не понимаю, ты почему дохнешь-то? Два удара примерно и хана сразу. Я сколько раз перематывал. Бесполезно вообще. Ну ты, конечно, вообще никакой. Вот так босс. Превратись ты уже, а. Вот превратился бы он лучше, чтобы я мог ее завалить. Вот нормально же все. Вот так. Я отнимаю вообще всего ничего. Вот что это за это самое? Так ведь неинтересно. Опять. Так и должно быть, да? Нет, не сейчас. Пусть. Завалим ее, надеюсь. Ну поехали. Ты куда это? Но все-таки мы не будем убивать ее одним мечом своим. Все время-то. Думаю, тебе стоит, ну не знаю, погнаться за ней. Подожди. Песочка маленькая себе. Во, отлично. Ты будешь ее догонять? Или хочешь, чтобы она ушла? Она на месте стоит, успокойся. Ну и что это будет? Она смеется над тобой, принц. Поймай ее. Накажи ее. Накажу. Да чё... Блин, вы меня не отвлекаете. Ну, замечательно вообще. Я думал, я уже прислонившись к этому самому. Так, блин. Она слишком стремительна. Сука. Это надо исправить. Да зачем ты залазишь на нее?
Просто пирожок сделай и все, мне насрать на твои трюки. А, ну так бы сразу, я что-то не подумал об этом. Ты так и будешь прыгать туда-сюда? Дай мне свой песочек. Будь добр. Спасибо. Так не хочешь, да? А, вот никак. Сколько не замедляй, делает свое. Дай песок. Самый легкий из всех. Как обычно, перерывчик у нас. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Иди ко мне. Я взял его песок? Нет, не взял. Замечательно вообще. Вот так бы сразу. А то возиться с ней, пока она убегает туда-сюда. Если бы когда мне это говорили, я бы получал немного песка. О, получил. Зашибись. Я освободила женщину, отправила их в безопасное место. Хорошо, что ты вернулся. Принц? Ты... Ты один из них? Нет, Фара! Это не то, что ты думаешь! Ты песчаный монстр! Ты лгал мне все это время! Ну, истерика нет, начинается. Я был тронут песками, это правда. Но мой разум и мое сердце чисты. Пожалуйста, поверь мне. Не подходи ко мне. Начинается. Опа. Сейф. Это удачное место, чтобы продолжить. Удачное, удачнее некуда. Надо убить кое-кого. Маленько пополниться. Прежде чем мы пойдем объясняться. Если, конечно, догоним. Вот что не так-то, а? Ну подумаешь, я монстр песчаный. Я же не нарочно. Нет, я просто... Да. Но она бы не поняла. А, о чем я только думал. Песочек. Песочек. Бедный принц. Его тайное я вышло на свободу. И Фаре совсем не понравилось то, что она увидела. Может быть, ему с самого начала нужно было быть с ней честным? Слишком поздно он осознал свою ошибку. Мне кажется, ничем хорошим это бы не кончилось. Типа, привет, я песчаный... Песчаный... Призрак, принц, там как она... Песчаный дух? Как она меня назвала? Как мне себя называть, я даже не знаю. Ну, как бы там ни было. Хана ребятам. Подходи. Вот, тебя еще не хватало. Для полной компании. Они все вылазят и вылазят. Но я могу драться с вами бесконечно. Вы меня подпитываете, я... При этом не подыхаю. Вы кончились, нет? Ладно. Куда мне там?
Не здесь. Так, я с крошка, да, я уже вижу. С разгончику небольшого. Не-не-не, погоди. Вот, как-то вот так. Ну все, да. Именно сюда. А что у нас там находится? Может, мы туда пойдем потом? Или сейчас, а, этим путем мы туда заберемся. По стенам прыгать будем, по всем этим. Да, неспроста. Там банька сейчас будет, водичка, да, ведь? Я ведь не ошибаюсь. Потому что у меня ХП кончается уже, все. Оно мне позарез нужно. Позарез нужно ХП! А где я мог ХП взять? Сейчас даже делать в обратку не стоит, потому что не имеет смысла. Я и так набраться не успею, чтобы ХП себе наполнить. Не знаю, как я, где вообще я мог сделать. За это время я не мог успеть, а пройти со своими полными ХП. В этом моменте было бедный принц. Т-т-т. Не в лучшем месте меня сохранили. Еще и недолет. Пусть будет вот так. Так вам больше по душе? Вот, хп это кончается. Сейчас снова драться со всеми. А могу я прям возле столба делать, а? Могу! Как нет-то? Но только я цепью не могу размахивать. Как мечом размахиваю, так и размахиваю. Но зато моментально всех валю. Ну все, уходим. Прям сразу, не... немедля. Мало времени. Не долечу я так. Вот так я не долечу. Вот. Еще можно было здесь разбить эти вон. Не знаю, что это, но... О, пески! Не ожидал, что в этих хренях будут пески. Отвратило. Да я бы, наверное, и без них успел там. Хотя, хрен его знает. Сейчас кого-то повесим. О, вот такого я не ожидал. Он решил по-другому. Это где вообще? Мне на вас насрать. Приветики. Чё, уже? А, ещё нет. Так, да-да-да, дай мне. Угу. Прокатимся. Фара, подожди! Столько препятствий всегда. Только песков и почти все впустую. Больше некуда, чем уже есть. А где Фара, собственно? Так быстро она не могла уйти. Так ведь? Куда она могла уйти? Она пешком, что ли? Как попрыгунчик. До забора добралась. Даже не знаю.
Как бы там ни было, ребята, продолжим серию в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. С вами был Алексей, всего хорошего, до встречи!